У меня всегда забыл хасички, если сегодня будет пиар, там, сколько там каналов, ну, потому что вот, это вот, ну, просит и, ну, как бы, взаимно делает, и вот, типа, вот, пока что вот, да. Ну, короче, чики, это у нас пиар, вот, это у нас Егор Топчик, вот такой прикольный канал, который вот снимает чики, блокпост мобайл по глазам, вот, БМХ, типа, вот, ну, вот такие, типа, прикольные, с монтажом вот снимают, вот, молодец, вот, старается, вот. Значит, чуваки, он свой канал, вот, у него, кстати, 49 подписчиков, вот, значит, чуваки, он свой канал, а месяц назад, из-за 1 месяца, он набрал 41 подписчик, так что, чуваки, залетайте и подписывайтесь. Ну, вроде, это у нас уже последний канал, это второй канал, короче, вот, ну, то есть, а вот такой прикольный канал, это Кай Белл, вроде, вот такой прикольный канал, если что, чуваки, подписывайтесь обязательно на них, потому что реально прикольный канал, вот. Потому что чуваки реально не стараются, вот, и превьюшки классные, вот, ну, у меня, в принципе, тоже, вот, ну, нормально такие превьюшки, вот, вроде, вот, и монтаж, вот, классный, вот, чуваки, вот, он снимает, получается, чуваки, вот, снимает, сравнивает скины, а, 4 скин майкеров, типа, вот, ну, Майнкрафт снимает, вот, типа, вот, а, типа, Моргенштерн и LGA новый Кадиллак, типа, у нас здесь текст, вот, тоже молодец, вот, ну, короче, чуваки, вот, что он снимает, реально очень классно, а, а вот, чуваки, начал, чуваки, он свой канал год назад, и за один год, чуваки, набрал 320 подписчиков. Ну, неплохо, чуваки, он реально старается над своим контентом, чуваки, залетайте и подписывайтесь. Так, а, вот все. Ох, чуваки, я, короче, вернулся в старую любимую игру. Одна из моих любимых игр, это Payback 2. Чуваки, если что, если, чуваки, вам понравится эта игра, ну и видео само, то, чуваки, набираем 20 лайков за продолжение. Вот. Я даже вот... Я только что скачал эту игру заново, а оказывается, чуваки, тут еще продолжение. Я вот не помню, конечно, то есть помню, просто вот я вот, не знаю, где-то вот месяц, наверное, уже не играл в эту игру. А так она реально классная, вот. Ну, затягивает, конечно, ну, не до конца, конечно. И, ааа, карусель, тот успел, тот присел, начинается веселуха. Жалко, что здесь прыгать нельзя, конечно. Тут, чуваки, короче, нужно, типа, стрелять, вот, убивать всех. Короче, GTA. GTA-шка. На, нафиг. Кстати, если там еще полиция, вот, еще сейчас, может быть. А, полиции пока что нету. Вот, если чуть-чуть сюда стрельнуть, вот такая получится красота. Да. Можно взять там какую-нибудь тачку. Самая лучшая тачка, там есть вот такие вот быстрые тачки. Вот так запись идет. Ага. Вот здесь быстрые тачки такие классные. Вообще, вот я больше всего люблю здесь кататься. Так, вроде все. Вроде вот... А, вот там вот такая беленькая тачка была. Такая классная, как молочко. Вот тут еще противники, еще скотины. Будем играть в эту игру, тут типа веселиться будем. Блин, где тут... А вот чуваки, противники, да. Их надо стрелять. Да. Да, чуваки, я сам в шоке, в них надо стрелять. Получай. Тут еще полиция еще. Ну, пошла на жопу. Опа, полиция, получай маслину. Ну, противников пока что здесь легко убивать, они вообще тут нубики, конечно. А в других локациях они, конечно, будут жесткие такие, да. И вот, кстати, если взорвать автобус, так, иди в жопу. Ну, здесь, конечно, это не онлайн, конечно, но боты тоже что-то могут, конечно. Наконец-таки. А! Ой, иди сюда. Еще я на автобусе люблю здесь ехать, просто вот... Девушка там какой-нибудь беспорядок просто вот. Ну-ка давай-ка и бабам! Вот так проходим. Жалко, конечно, что эту игру забросили разработчики. Потому что реально классная игра. Там, не знаю, графику можно было бы улучшить. Ну, ладно, графика не важна, вот. Главное, чтобы она была классная, вот. Интересная. Мне она нравится. В таком городе. Ну, если бы чуть-чуть здесь как в GTA San Andreas, был бы там, не знаю, лес, хотя бы это уже было бы лучше. Я бы уже этой игре поставил бы 10 из 10, например. Опа. О, чуваки, давай сейчас провалимся вот это вот. Ой! Дедушка уже упал. Может, чуваки, с красной тачкой, потому что там, тут есть такие дороги, там, где можно просто разгоняться, и как на трамплине просто. Блин, а, вот нам за... Блин, забыл управление, бывает. Дрын нахрен. Кстати, чуваки, я на втором канале вот еще вот, уже новое видео сделал. Только странное, там, ну, про Among Us, там, короче, вот такой... Там еще ник такой прикольный, кобыла. Так почему-то там интересно, вот... Не знаю, тут что-то какое-то управление, что ли, не очень.
Там, короче, почему-то вот это... YouTube, короче, эти комментарии отключил. Ну, можете просто поставить лайк просто и... уже заниматься своими делами. Да. Да, блин, неудобно как-то. Блин, что за управление? Ладно, пофиг. Знаете, возьми какую-нибудь красную тачку. И какую-нибудь красивую. Ну, вообще там, кстати, вот эти полицейские машины классные. Ну, видите, чуваки, вот эти вот. А полиция здесь вообще... нубиары. Типа, украл тачку, типа... сначала будет охотиться с тобой, это вот, ну, полиция. А потом уже через секунд несколько там уже перестанут. Уже забудут там, кто ты и что ты сделал. Просто бежим. Так, давайте. Сейчас как разгонюсь нафиг, а? Блин! Что-то странно, что-то мне кажется не было такого. Что-то вот управление поменяли. Почему? Не забываем, 20 лайков. И тогда выпущу продолжение, если вам понравится. А? На, нафиг. Берем вот такое оружие. Стреляем нафиг. Че, вот виси ухо. О, тут еще, кстати, посвящено ли это? Звук нормальный? О, даже вообще суперский просто звук. На, догни. Ага, его так убили. На, получай, скотина, нахрен. Так, а на все, я пошел. Я пошел. Иди в жопу. Бедная машина, сейчас взорвут ее нафиг. Зачем? Зачем? На! Тут еще вот кое-где есть всякие дороги специальные, как раз для, не знаю, гонок там вот. И давайте сейчас туда отправимся. Блин. Или ладно, давайте сейчас пока что поражу вас монтажом. Так, погнал. Бляха-муха. Нехорошо, опять запись не записалась. Так, все, я лучше через X-рекордер завтра уже буду снимать. А то, это же какой-то капец. Ну, просто... или какие-нибудь другие там еще вот. Или взломную версию. Хотя я не знаю, как там скачать его через... просто через Google у меня плохо получается скачивать. А точнее, не получается. Блин, вот как всегда. Ну ладно, бывает, бывает. И у меня времени к тому же так много. А, чуть сейчас я... сейчас как раз я чуть, может, близко к этому месту, там, где очень классно. Если повезет, то мы можем сейчас взять какую-нибудь красную тачку. А, ну, понятно. Если запишутся, то чуть сейчас я вам покажу. Сейчас, конечно, я вам покажу, смотрите. Сейчас такой разгон сейчас дам. Ну, пожалуйста, запишись, пожалуйста. Ладно. Разгоняемся. Надеюсь, что получится. Опа. Опа-опа. Так, давайте лучше так вот. Ага. Теперь вот так. Вот, сейчас как разгонюсь. Там еще вот в первом, там еще в первом вот локации, там вот тоже вот есть. Короче, такие вот, давайте наберем 20 лайков, и там я, короче, сниму уже это, там, где будет жесткая битва, там, где у нас будет, типа, команда против команды, вот, ну, не онлайн, а против ботов, там вот такие классные миссии есть. А потом, чуваки, если вам еще будет, ну, если вам понравится, то там уже и это, гонки будем проходить. Они, чуваки, такие непростые, да. Непростые, а золотые. Охреновые просто. Так, давай-ка. Да, придется, конечно, мне иногда делить видео на части, чтобы, ну, это для монтажа и для этого, для чтобы сохранилось. И то не хочу записывать. Не хочу. Уи, на нафиг. Можно так вообще бесконечно делать. Ну а мы пока что чуть-чуть идем, не знаю. Короче, найду какое-нибудь там прикольное место или что-то там такое. Короче, увидимся пока что. Увидимся нахрен. Давай. Что происходит? Что же тут происходит? Блин, конечно, да, блин, лучше, конечно, через X-рекордер скачивать. Короче, чуваки, я тут подумал, и давайте, чуваки, это, ну, короче, сделаем так, что, чтобы, чуваки, у нас было в 5 или 6 звезд розыска. Сейчас, чуваки, будем полную, это, творить апокалипсис. Хотя, вообще-то, блин, если взять там, не знаю, вертолет, хотя, наверное, уже его где-то уже убил.
то можно чеки так вот там на крыше и там стрелять это в полицию. Но пока что чеки давайте так. Так что погнал, давайте, давайте сейчас как сагры на себя эту полицию скотинскую. Давай, иди сюда. Давай, сейчас чеки наберем хоть сколько звезд. Но если не получится записать видео, то значит через X-рекордер буду снимать тогда. Что мне, блин, это надоело мне уже. Оу май гад! Еще одна такая же тачка. Да ты, скотина, не надо меня убивать, блин, дай мне. А то мне иногда вот бесит, когда вот не получается. Вот давай, блин, там же такая классная тачка. Вот, вот это вот быстрая я хотел вам как раз показать. Вот она, качухи, как раз это она. Как раз это она. Вот, сейчас, сейчас покажу настоящую скорость. Скорость хайсплей. Давай. Оу, щит. Вообще красота. Сейчас как взлечу. Так, давай, давай. Да, это как какой-то кошмар. Так, давай, 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 давай. Ради контента давай, чувак. О, май гад. Ну, все, 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 уходи, уходи, а то... Давай, давай, давай. Бам! Красота. Может быть, чуть тихо. Хотя, ладно, давайте тогда так. Так, все чеки, короче, мне это уже надоело. Давайте чеки, короче, на этом закончим. Потому что, блин, этот мобизон уже реально надоело. Так что чеки завтра уже буду снимать уже с X-рекордер. Так что чеки, давайте на этом закончим. С вами был Хайс. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока-пока.